доброго времени суток, люди добрые. Мы на канале Ирина Бауэр, да не бойся мной. Четверг, утро, местное время 6:42. 3 по Цельсию, мы с вами в Канзас-Сити, Миссури штат. Что-то меня в эту неделю аж уже два раза занесло сюда. Но я еду проездом. Вот, еду я на Аврора, Миссури. Вчера получилось переночевать дома. Надо было пройти медицинское обследование, я это сделала и уже переночевала дома. Так что моя неделька продолжается. Надеюсь, что у вас все хорошо, друзья. Спасибо вам за прекрасные комментарии, за ваши какие-то рассказы интересные, истории жизненные. Очень интересно читать. Я благодарю вас за то, что вы у меня есть. Не перестану говорить, что вы у меня самые лучшие подписчики в Ютубе. Начнем мы день с песни про маму, украинскую песню. Росте черешня в маму на городе. Стара, а кожен рік цвіте, що літа дітя ягодами годить, хоча вони не дякують за те, що літа дітя ягодами годить, хоча вони не дякують за те. Мамо, мамо, вічна і кохана, ви пробачте, що був неуважний, знаю, ви молилися за мене дні і ночі, сива моя нене. Живе старенька мати у Господі, невтомні руки, серце золоте, щодня і дітям, і онукам годить, хоч рідко хто з них дякує за те. Щодня і дітям, і онукам ходить, хоч рідко хто з них дякує за те. Мамо, мамо, вічна і кохана, ви пробачте, що був неуважний, знаю, за мене дні і ночі, сива моя нене. Ну що ж про вдячність забувають люди, душа сліпа у щасті, а проте вони прозріють, але пізно буде. Черешня сохне, мати оцвіте. Мамо, вічна і кохана, ви пробачте, що був неуважний, а знаю, ви молилися за мене дні і ночі, сива моя нене.
ответить вам на ваши вопросы. Таня Рожкова, вы спрашивали меня о том, меняю ли я прицепы часто и где я мою трак, да? Я когда-то работал в американской компании, она была достаточно огромная компания, у них в разных городах были свои траки, да, ну, то есть это огромная компания. Там, да, я очень часто менял трейлера, бывало даже пару раз на день. Мне это очень не нравилось, потому что никогда не знаешь, что брал этот трейлер для тебя, в каком он состоянии и все такое, да. Поэтому сейчас я работаю в компании, где не нужно это делать. Я вожу трейлер свой с собой. Поэтому это мне больше нравится. Меньше заморочек с этим делом. А трак мою в основном дома летом, потому что я люблю это делать сама, да. И когда нет, зимой, там, если еще надо помыть, есть у нас везде практически на больших тракстапах есть мойки для траков. Они тебе помоют, все как надо. Поэтому в этом плане нет проблем. Надеюсь, что я ответила на ваши вопросы. У вас интересные вопросы, всегда мне очень, кстати, приятно слышать это. Ну а сейчас давайте послухаем про украинское саво.
неплохо. Я еду разгружусь, буду в 10 там. Это от моего дома 5 часов езды. Поэтому, друзья, будет возможность, обязательно что-то сниму для вас. Служба поэта, самолеты, поезда. Своей романтики она не лишена. Да вот беда, да вот беда. Красавиц много, но манит лишь она. Да вот беда, да вот беда. Красавиц много, но манит лишь она. А я-то думал, что все это ерунда. Так помилуемся, а вместе нам не быть. Да вот беда, да вот беда. Хоть режьте граждан, ее мне не забыть. Да вот беда, да вот беда. Хоть режьте граждан, ее мне не забыть. В чем ее вина, в чем моя вина? Где сейчас она, с кем сейчас она? Девушка с глазами цвета неба, счастье с волосами цвета льна. Чиста ее вода, взрослеют дочери, с обедом ждет жена. Да вот беда, да вот беда. Всю душу дочерна спалила мне она. Да вот беда, да вот беда. Всю душу дочерна спалила мне она. Я выбор сделал, я любимых не предам. Сожгу мосты, все нити разом оборву. Да вот беда, да вот беда. Она со мною и во сне, и наяву. Да вот беда, да вот беда. Она со мною и во сне, и наяву. Ее вина, в чем моя вина? Где сейчас она? С кем сейчас она? Девушка с глазами цвета неба, счастье с волосами цвета льна. В чем ее вина? В чем моя вина?